Шеф-повар Максим Григорьев. Блинчики на сливках с какао. Блины на масленицу – это ритуальное блюдо в древнеславянской языческой культуре. Блин считается символом Сиалеца. Окончание холодной зимы древние славяне считали праздник Масленицы, который оказался живучим, популярен по сей день. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Вода 250 мл. Какао-порошок 3 столовые ложки. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Масло сливочное 50 грамм. Мука пшеничная 270 грамм. Сахар 2 столовые ложки. Сливки 33% 250 мл. Соль 1 чайная ложка. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Чтобы приготовить блинчики, нужно взять сливки, я использовала жирные домашние, теплую воду, яйца, муку, подсолнечное масло, соль, сахар, для рисунка какао-порошок, сахар, воду. Шаг 2. Яйца вымыть, протереть, разбить в глубокую посуду и взбить с солью, 1 чайная ложка, и сахаром, 1 столовая ложка. Шаг 3. Сливки разбавить с теплой водой, 1-1, перемешать. В яичную смесь добавить 1/2 порции разбавленных сливок. Перемешать. Шаг 4. Муку просеять. 1/2 порции добавить в смесь, продолжая взбивать, чтобы не получалось комков. Шаг 5. Добавить оставшиеся сливки. Шаг 6. Добавить оставшуюся муку, перемешать. Добавить масло. Продолжить взбивать тесто до однородности. Шаг 7. Тесто готово. Оставить его минут на 15 отдохнуть. 1/4 часть теста для рисунка на блинах отлить в отдельную посуду. Шаг 8. Порошок какао залить 2 столовые ложки горчей воды. Размешать. Влить немного 3-4 столовые ложки готового теста. Добавить сахар 2 столовые ложки, перемешать. Шаг 9. Шоколадную смесь влить в малую часть теста для рисунка. Перемешать. Шаг 10. Шоколадное тесто готово. Шаг 11. Вылить его в бутылку. В крышке сделать отверстие. Шаг 12. Разогреть сковороду для выпечки блинов на среднем огне. Убавить огонь. Налить блинное тесто в нужном количестве, равномерно распределяя по сковороде. Жарить блинчик в течение 1 минуты, чтобы тесто сверху немного подсохло. С помощью бутылочки нанести нужный рисунок струйкой шоколадного теста. Продолжить жарить блинчик еще 1 минуту. Шаг 13. С помощью деревянной лопатки перевернуть блинчик на другую сторону. Жарить еще 1 минуту. Шаг 14. Сбросить готовый блинчик на тарелку. Выкладывать готовые блинчики в стопку, смазывать мягким топленым сливочным маслом в небольшом количестве. Такие блинчики можно подавать со сметаной, джемом или как самостоятельное блюдо. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.